Представьте себе ситуацию. У вас есть флешка. Вы на нее записали какую-нибудь операционную систему. Не знаю, Windows, Linux, там и так далее. Для того, чтобы установить на каком-нибудь другом компьютере. Затем вы вставляете эту флешку обратно. Пытаетесь ее отформатировать. Но вместо, допустим, в данном случае у меня 64 гигабайта, вместо 64 гигабайт, у вас на флешке вдруг почему-то всего лишь там 100 или 200 мегабайт данных. И что же делать в таком случае? Как видите, флешка в данном случае отображается на 200 там с чем-то мегабайт. Хотя на самом деле она у меня же на 64 гигабайта. Что мы делаем? Открываем терминал, запускаем утилиту diskutil. Делаем diskutil list. Смотрим список дисков. Все флешки и подключаемые устройства будут всегда идти в конце. То есть их число будет исчисляться там самым последним. В данном случае, соответственно, выбираем диск под номером 4. Дальше прописываем команды, как указано. После чего вы видите, что флешка благополучно отформатировалась и вернулась к своему первозданному виду на 64 гигабайта.